Да можешь на столе оставить, просто прилетим. Все отключи. Снизу переключи сейчас. Ладно. Снизу переключи сверху. Что спишь? Все? Да. Нормально? Камера включена? А что, Копорин не появляется? Копорин камера, нет? Нет, камера. И что там? 5 человек. Ага. Хватает. Я вам сказал. Хватает? Ну, слава богу, еще хватает. Да, красота, конечно. Ну что, начинаем, что ли, да? Так, товарищи, ну, давайте откроем очередное заседание нашего диссертационного совета. На сегодня оно для меня уже второе, ну, а для большинства из вас первое. Так, на сей раз у нас на повестке дня защита Матюхина Владислава Вячеславовича на тему «Ускоренный метаалгоритм его приложения на соискание степени кандидат физико-математических наук». По специальности 1.2.2 новой номенклатуры мат-моделирования, численные методы и комплексы программ. Ведущая организация – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Крымский федеральный университет имени Вернадского. Сейчас Константин Юрьевич озвучит, какие вступили документы. Работа Матюхина Вячеславовича поступила в институционную комиссию 4 октября 2022 года. Заявление приложено копия диплома о высшем образовании, документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов, отзыв научного руководителя Гасникова Александра Владимировича, доктора физико-математических наук, доцента Московский физико-технический институт, кафедры магистров управления за ведущей кафедрой. 3 положительных отзыва от Чернова Алексея Владимировича, кандидата физико-математических наук, Московский физико-технический институт, лаборатории продвинутой комбинаторики сетевых приложений старшего научного сотрудника Минских Марии, Дарина Михайловна, кандидат физико-математических наук, Национальный исследовательский институт Высшей школы экономики, и Станикин Федор Сергеевич, доктор физико-математических наук, Московский физико-технический институт, ведущий научный сотрудник лаборатории продвинутой комбинаторики сетевых приложений. Заключение диплома диссертации от Московского физико-технического института. Диссертация от реферата о связующих количествах. Работа принята в защите экспертным советом по физико-математическим наукам. Протоколом FM-2022-17 11 октября 2022 года. Так, спасибо большое. Ну, тогда слово предоставляется нашему подзащитному, который расскажет о содержании работы. Да, спасибо большое. Меня зовут Матюхин Владислав, научный руководитель доктор физмат-наук Гасников Александр Владимирович. Моя работа посвящена ускоренному методу оптимизации, в частности, предложенному ускоренному методу, сокращенно УМ, ускоренному методу алгоритма. Давайте сначала поймем, какая мотивация и зачем нам нужны ускоренные методы. На картинке представлены вот градиентный метод и ускоренный градиентный метод. Как мы видим, он сходится к машинной точности, и количество итераций, необходимые градиентному методу, L/μ, а количество итераций, необходимые ускоренному градиентному методу, корень из L/μ. То есть мы выигрываем логарифм. Соответственно, дальше справа представлена картинка, как работает градиентный и ускоренный градиентный метод. Также можно рассмотреть задачу min по x, max по y, f от x, y, где функция f от x, μx сильно выпуклой, а y сильно вогнута. И оценка без ускорения будет у нас минус μ на l экспоненты, а если с ускорением, то у нас будет корень μx, μy на lk. То есть мы, как видим, выигрываем такие вот этот логарифм в оценке. Соответственно, до данной диссертации было непонятно, как это делать, и были предложены ускоренные методы типа каталист, ускоренный метод алгоритм, который позволяет ускорять такие алгоритмы. Цель работы – это исследовать ускоренные методы оптимизации, в частности, основные идеи каталиста, исследовать универсальный максимальный уголочек и для получения вычислительных эффективных ускоренных методов, исследовать ускоренные методы оптимизации неточным градиентным глиптером пространства. Перейдем к ускоренному метаалгоритму. Значит, рассмотрим следующую задачу. Их со звездой это решение задачи.
значит, мин f от x равно f от x плюс g от x, где f и g – это выкупы функции. Будем считать, что f имеет липшицевый производный порядка p, p принадлежит n, dp f от x минус dp y меньше или равно lp f x минус y. Ведем аппроксимацию Тейлора в функции f, это омега f от x, y равно f от x плюс сумма от 1 до k, dk f, fx, y плюс x, k, y принадлежит rd. И заметим, что у нас f от y минус омега p f от x, y меньше или равно lp f, p плюс 1, а y минус x в степени p плюс 1. И мы получаем, значит, сам ускоренный мета-алгоритм, он выглядит следующим образом. Значит, можно отметить, что в пункте 4 это у нас внутренняя задача решается. Вот, она решается с логарифмической точностью. Дальше получаем теорему. Пусть yk – это выход алгоритма U после k итерации при p больше равно 1 и h больше равно p плюс 1 lp. Тогда f от yk минус f от x со звездой меньше или равно cp h r в степени p плюс 1 делить на k 3p плюс 1 пополам. Где cp это равно 2 в степени p минус 1 p плюс 1 в степени 3p плюс 1 пополам делить на p материалом. Более того, при p больше или равно 2 для достижения точности на каждой итерации будем вспомогательную задачу приходится перерешивать для подбора пары лямбда k плюс 1, y k плюс 1 и более o большое от логарифма в 1 на эпсилон раз. Дальше следствие. Приведенная выше теорема будет справедлива при условии h больше равно 2 lpf, независимо от значения n. Условие h больше равно p плюс 1 lpf используется, поскольку оно гарантирует выпуклость с помощью задачи. При этом условие EG от x на 0 для p 1, 2, 3 существует эффективный способ решения вспомогательной задачи. Для p равно 1 существует явная формула для решения подзадачи. Для p равная 2 и 3 сложность такая же, как итерация методом Ньютона. Отметим, что вспомогательную задачу не обязательно решать точно. Достаточно важный результат. Достаточно найти точку y с волной k плюс 1, но тогда еще к следующему условию. И такая модификация приведет лишь к появлению множителя 12 на 12 пятых в правой части предыдущего выражения. Более того, для p единица приведенные выкладки можно уточнить, подчеркнув тем самым, что сложность решения вспомогательной задачи может быть даже не зависеть от эпсилона. Оказывается, что условия y с волной k плюс 1 минус y с звездой k плюс 1 нормы меньше или равно h на 3h плюс 2 или 1g норма xk с волной минус k плюс 1 со звездой, где yk со звездой плюс 1 точное решение задачи, а или 1g константа Липшица градиента в теоретическом плане гарантирует то же, что и условие 5 при p равно 1. А именно теорема 1 остается верной за добавление в правую часть умножить 12 пятых. Если, значит, что это дает вообще? Это дает решать внутреннюю задачу с точностью, независимую от исходной задачи. То есть у нас невязка по аргументу должна быть меньше 5 раз, чем невязка по аргументу в начале. Соответственно, это выражение 6 написано. Ускоренный метод композитной оптимизации. Если не думать о сложности решения подзадачи, например, считать, что уже какая-то простая функция, вспомогательная задача решается по явным формулам, то ум описывает класс ускоренных методов композитной оптимизации. При этом функция G не обязана быть гладкой. В общем случае в шаге 5 алгоритм ум по градиентам следует понимать такой субградиент функции G в точке или k плюс 1, с которым субградиент правой части вспомогательной задачи равен близок к нулю. Отметим, что при p равной 1 необходимость поиски параметра лямбда k плюс 1 исчезает, что делает метод заметно проще. Ускоренный проксимальный метод каталист, это если у нас p
равна единице, то мы получаем катализм просто как частый случай ума. То есть получится ускоренный максимальный метод. Не будем, наверное, туда останавливаться. Также применение ума может быть в разделении сложности. Если считать, что для G имеем L по G меньше бесконечности, но вспомогательная задача смотреть как равномерную достаточно гладкую функцию. Для решения вспомогательной задачи, в свою очередь, можно использовать рестартованный ум. В случае, когда L по F меньше L по G, удается получить следующий оценки сложности. NF – это у большой волны от L по F в степени P плюс 1 на эпсилон, в степени 2 P плюс 1. Это число вызовов оракула функции F. И NG – это у большой от L по G RP плюс 1 на эпсилон в степени 2 на 3P плюс 1 число оракулов вызова функции G. Вызов оракула подразумевает вычисление старших призонов для порядка поверхности. Таким образом, число вызовов оракула для каждой из функций F и G является квазиоптимальным, то есть оптимальным с точностью для логарифмического множителя. Аналогичные оценки можно получить и для равномерного в любом случае. Дальше переходим к применению по компонентному методу. Тоже боевой пример. Дальше описана возможность практического применения универсальных ускоренных максимальных оболочек для построения эффективной с точки зрения сложности оракула методов оптимизации. Рассмотрим классический метод координатного спуска, итерация которого для выпуклой функции f, r, rn, vr имеет вид. Следующий вид. Одним из многих предположений этого метода является оптимизация функций, для которых при вычислении одной компоненты градиента значительно эффективнее, чем вычисление полного градиента. Хорошим примером может служить функция типа softmax, она представлена на слайде. Значит, оракульная сложность этого метода при условии, что метод останавливается при достижении эпсилона малой гигантской значения функции, составляет у большой от n или r квадрат на эпсилон. Однако эта оценка не оптимальна для классовых задач. Рассмотрим теперь метод ускоренного координатного спуска, предложенного Нестером. Оракульная сложность этого метода соответствует оптимальной оценке у большой от n корень из l квадрат на эпсилон, где из x волны равно 1 на n сумма по элитам, корень из элитам, среднее значение квадратных корней констант Липшица, компонентный градиент. В то же время ситуация кардинально меняется при рассмотрении алгоритмической сложности метода. А именно, даже если вычисление одной компоненты градиента имеет сложность по большой от s, s много меньше n, сложность всей итерации метода ускоренного координатного спуска будет по от n. В отличие от стандартного метода, итерационная сложность которого составляет по от s. Это означает, что разреженность задачи при использовании метода ускоренного координатного спуска не оказывает существенного влияния на сложность алгоритма. Кроме того, сложность в этом случае квадратично зависит от размерности задачи. В совокупности это несколько обесценивает использование метода координатного спуска в данном случае. Таким образом, интересной задачей является построение метода ускоренного координатного спуска, итерационная сложность которого, как и в стандартной версии, метода составляет от s. Это возможно благодаря применению универсальной ускоренной максимальной оболочки ускоренного метода алгоритма. Численные эксперименты. Теперь сравним производительность предлагаемых подходов каталиста с рядом альтернативных подходов. Это градиентный метод, ускоренный градиентный метод, метод координатного спуска. Например, задача softmax. На рисунке представлен случай, когда все матрицы А являются независимыми и одинаково распространенными случайными величинами из дискретного равномерного распределения. Число ненулевых элементов S где-то 0,2m. Параметр гамма 0,6, как и во втором случае. В этой постановке предлагаемый метод демонстрирует более быструю сходимость по сравнению со всеми рассматриваемыми методами, кроме быстрого градиентного спуска. В то же время представленный на втором рисунке постановки, которое количество ненулевых элементов по сравнению с первым случаем увеличено до 0,75m, а матрицы генерируются однородно по правилу 0,9m строк с 0,1n ненулевыми элементами и 0,1m строк с 0,9n ненулевыми элементами, а одна строка матрицы является полностью неразреженной, предлагаемый метод сходится быстрее, чем FGM, быстрый градиентный спуск.
И пару слов, можно сказать, о группах по оптимизации с неточными градиентами в гипертравом пространстве. Были предложены методы типа градиентного спуска для решения задачи выпуклой оптимизации в гипертравом пространстве. Основным результатом является критерий основного для метода подобных треугольников. Также были проведены эксперименты. Вычисление градиента сводится к решению двух полевых задач. Это точно делать нельзя, так как есть ошибка вычисления градиента. В новых экспериментах было обнаружено, что ошибка не накапливается. Метод на практике работает хорошо, даже если мы не можем посчитать точно градиент. Дальше была рассмотрена задача, представленная на слайде. Основная задача решается с помощью использования различных методов. Метод подобных треугольников и просто градиентный спуск. Вот. Метод подобных треугольников показывается наиболее эффективным из рассматриваемых. Методы наискорейшего спуска быстрее сходятся в первых итерациях. В конечном итоге градиентный спуск. СТМ дает лучшие результаты как с точки зрения веса, так и с точки зрения ошибок. Точность всех методов оказывается приемлемой при выборе подходящих параметров. Для иллюстрации влияния параметра F на задачу были рассмотрены два разных значения этого параметра постоянно в данном эксперименте. Ну, пару слайдов – это, собственно, сами эксперименты. Это функциональный газ слева, справа – это ошибки. Как мы видим, STM быстрее сходится. Так, в заключение. Можно сказать, что разработано общество, позволяющее нам практически всех типов известных и ускоренных детерминированных, рандомизированных алгоритмов на классе задач главной и глубокой оптимизации, получать их ускоренный вариант с эффективным критерием основного внутреннего цикла. Витальная исследованная методика, ускоренный метод алгоритм, которая позволяет единообразно получать ускоренные методы решения задач выпуклой безусловной минимизации в различных постановках на базе неускоренных вариантов. Предложен метод максимально ускоренного координатного спуска, обеспечивающий эффективную алгоритмическую сложность операции и позволяющий использовать преимущества разделения данных. Предложены новые подходы к решению задач выпуклой оптимизации в гипертравом пространстве, в работе решенной задачи в гипертравом пространстве, но через концепцию неточного ракурса. В результате получены условия остановок для СТМ для случая аддитивного шума в градиенте. Все, спасибо за внимание. Хорошо, спасибо. Так, теперь Константин Юрьевич будет зачитывать, видимо, результативные части отзывов, а вы будете отвечать на возникающие там вопросы. Вашего позволения зачитаю только вопросы и замечания по работе и соискателям на них ответить. Значит, первое заключение от Егоровского Андрея Михайловича, представитель диссертационного совета, доктор физико-математических наук, Московский физико-технический институт, директор физтех-школы прикладной математики и информатики. Здесь следующее. Я считаю, что действительно сильная диссертация с хорошим теоретическим результатом. Актуальные темы, среди недостатков той обнаружить, что в работе присутствует небольшое количество вещах. И вопрос, что диссертация указывает, что с помощью ИА можно сделать слайдинг тензорных методов одного порядка, ну, например, третьего. А можно ли с помощью этого сделать слайдинг тензорных методов, скажем, второго и третьего порядка? Спасибо за участие. Спасибо за участие. По поводу вопроса, мы можем сказать, что мы об этом думали. Данный вопрос является предметом отдельного исследования, не вынесен за пределы диссертации. Ну ладно, пусть так. Спасибо. Следующее заключение Гаранжа Владимир Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор Федеральный исследовательский центр информатики и управления Российской академии наук. Значит, здесь. Следующее. При изложении адаптивного каталиста показалось, что эффект больше достигается за счет удачного критерия выхода из внутреннего цикла, чем из-за идеи адаптивности подхода. Другими словами, кажется, в этом разделе про адаптивный каталист адаптивность в изложенном варианте заметно менее полезна, чем критерий остановок. А если так, то при изложении результатов следовало бы немного по-другому сделать акцент. Да, спасибо за замечание. Согласен с замечаниями. Ожидалось, что адаптивность что-то даст, но по большому счету она ничего не дает. И изначально согласен, что замечания были расставлены, акценты были расставлены не совсем верно.
Владимир Анатольевич, ответы удовлетворены? Владимир Анатольевич? Не слышит. Кто вас не слышит? Странно. Может, по телефону связаться? Владимир Анатольевич? Долго звучит. Алло. Да. Вы нас слышите или нет? Я сейчас вас не слышу. Ну, так, регулирую. Сейчас мы вас слышим. Да, но у меня включен микрофон в данный момент, я вас не слышу. Нет, мы вас слышим. Нас. Вы нас слышите? Я вас не слышу. А, не слышу. Тогда придется по телефону так вот оставить и говорить с телефоном. Вы спросите, я часто наушники вставляю и забываю вытянуть. Звук туда идет. Наушники. Так, бывает. Вы что, звук запустил? На этой причине. Пожалуйста, по-моему, как-то, по-моему, компьютер. Но сейчас вроде запасные есть. Понятно. Просто мы это вас слышим хорошо. Может, звук на компьютере просто? Я и говорю, может, звук на компьютере? Может, звук, да, там, на компьютере, или звук есть на компьютере? Ну, включен, я проверял. Так, сейчас еще раз включаю. Так, еще раз скажите. Так, слышите? Да, заработало. Нормально. Слышите? Ага, все, супер. Так, все работает. Так, был вопрос, был от меня нужен комментарий по поводу вопроса, да? Да, все, если слышите. Вы ответ Владислава слышали на ваш вопрос? Да, я ответ понял, но я вам вполне удовлетворяю. Ну, удовлетворяю. Так, тогда переходим к следующему заключению. Гальденгольм Борис Исаакович, доктор технических наук, Московский физико-технический институт, лаборатория продвинутой комбинаторики сетевых предложений, главный научный сотрудник. Значит, здесь, Борис Исаакович, следующие вопросы. Диссертации при изложении ускоренного металлогоритма автор недостаточно подробно описывает процедуру одномерного поиска возникающего алгоритма. Процедура эта нестандартная, и желательно было бы ее описать подробнее. Следующий. Автор не всегда объясняет используемое обозначение. Некоторые из аббревиатур SGD или SCAFOLD в введении не расшифровываются. Нетерпение читателя будет вознаграждено на странице 23 для SGD. Список используемой литературы в основном приводится на английском языке, даже в тех случаях, когда оригинал опубликован на русском. В будущих публикациях предлагаю диссертанту фразу: большинство изложенных ниже идей восходит к работам Полика, Немировского, Нестерова, сопровождать ссылками на конкретные публикации. При описании сравнительных вычислительных экспериментов, доказывающих эффективность новых алгоритмов в сравнении с известными, предлагаю сделать предпочтение заранее сгенерированным и опубликованным текстовым примером по сравнению со случайно сгенерированными, а также следовать методики проведения и анализа результатов вычислительных экспериментов, изложенных в работе Дэвис. Ну, и приводит ссылка на работу. Все, пожалуйста. На первый вопрос можно ответить, что это действительно так, потому что процедура одномерного поиска была взята из статьи Себастьяна Дубка, приведена, и сильно на ней акцент не ставился, и она, одномерный поиск не рассматривался. По поводу второго вопроса, что замечания и аббревиатуры не введены изначально, согласен, тут прошу прощения, впредь буду вычитывать лучше. По поводу ссылок на литературу, в принципе, понятно, согласен. Про остальные два замечания, спасибо за них, я учту их в будущем.
Спасибо, Борис Александрович. Спасибо. Спасибо. Следующее заключение. Кокорин Игорь Евгеньевич, доктор физико-математических наук, профессор, Федеральный исследовательский центр информатика и управления Российской академии наук. Значит, здесь следующее. В разделе про изложение ускоренных методов к решению обратной задачи хотелось бы увидеть более четкое описание класса задач, которым применима такая техника. Складывается ощущение, что этот подход можно использовать и для многих других классов задач, однако в диссертации не удалось найти каких-либо дискуссий на этот счет. Изложение ограничивается задачами безусловной гладкой выпуклой оптимизации. Пожалуйста. Да, спасибо за замечание. Большое количество задач диссертации не рассматривали. Это действительно так. Был предложен модельный пример на класс линейных теоретических уравнений. В будущем постараемся исследовать большее количество задач и делать больше экспериментов. Спасибо. Так, Игорь Евгеньевич нас слышит, если вы можете. Игорь Евгеньевич, слышите нас, нет? Слышу вас, да? Да, ответом удовлетворены соискатели. На 100%. Спасибо. Еще я хотел бы поменить, на самом деле, все-таки у него на одной странице есть интересная форма, там 27-22, на странице 31 рассматривает примерно выпуклые задачи. То есть какие-то есть, все-таки что-то такое есть, но, к сожалению, только на полстранице. Спасибо. Следующее заключение. Назин Александр Викторович, доктор физико-математических наук, профессор Института проблем управления метеотехникой Российской академии наук. Значит, здесь у нас, значит, диссертация содержит довольно много результатов, но не все из них подкреплены вычислительными экспериментами. Например, интересные, на мой взгляд, продемонстрированные результаты в оболочке ум. Из приведенного в диссертации можно получить вполне определенное впечатление о большой универсальности этой оболочки, особенно в плане перспективы ее использования для силовых задач и структуры и методов высокого порядка. В общем-то, эти результаты демонстрированы всего одним циклом экспериментов, хотя приложений в работе намного больше. Согласен с замечанием, я уже упоминал, что в будущем будет больше экспериментов, постараемся на это сделать акцент. Александр Викторович. Согласен. Спасибо. Следующее заключение. Петров Игорь Борисович, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, Московский физико-технический институт, профессор кафедры вычислительной физики. Игорь Борисович, в плане замечаний можно указать на некоторые опечатки, объем которых не критичен. Также не до конца понятна связь 4 главы с остальными главами диссертации. Спасибо за замечание. Данная задача была предложена как демонстрация применения ускоренных методов. То есть такой бы его пример рассмотрели. Спасибо, Игорь Борисович. Да, вполне будет. Спасибо. Переходим к конкурсу ведущей организации. Крымский федеральный университет имени Вернадского, значит, в котором описывается актуальность работы, описаны основные результаты, научная новизна. Тем не менее, делается несколько замечаний. Значит, к работе имеются следующие замечания. Первое, в тексте встречаются грамматические опечатки, например, страница 10. После формулы 1 и после формулы 12 на странице 16. Второе. Не все используемые в тексте параметры четко определяются. Так, к примеру, было бы полезно ввести константу c прямо в предложении 1. Она, ну, вопрос, она больше нуля? Или вот так определяется nr в алгоритме 2. Было бы полезно тут конкретно уточнить, достаточно ли для вложения под задачи алгоритма 2 добиться выполнения условия 8. Или все же важны какие-то требования к количеству шагов КНР. Третье. Возможно, оценки таблицы 2 верны с точностью до умножения на положительную константу.
Четвертое. В теореме 8 на странице 54 желательно пояснить обозначение эпсилон с волной. Ну, опять, что означает n с волной в теореме 7, 6 формулировок теоремы 9 в автореферате. Соответствующая теорема 14 диссертаций содержит немало опечаток и неясных моментов. Трудно понять ее смысл, опираясь только на две диссертации. Высказанные замечания второстепенно, они носят редакционный характер и не влияют на общую положительную оценку работы. Полученные результаты являются новыми и оригинальными и вносят весомый вклад в теорию численных методов выпуклой оптимизации. Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации. Считаем, что диссертация соответствует критериям, установленным положению присуждения ученых степеней кандидата наук доктора МФТИ, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико математических наук по специальности 1.2.2, математическое моделирование, численные методы и комплекс программ. Отзыв подготовлен доцентом Инной Викторовной Баран. Обсужден и одобрен на заседании кафедры алгебры и функционального анализа физико-технического института структурного подразделения Крымского федерального университета протоколом номер 8 8 ноября и подписан вторым утром кафедры алгебры и функционального анализа Игорем Владимировичем Марловым. Утвержден заместителем проректора по научной деятельности Поповым. Пожалуйста, вам слово. На первое замечание. Это грамматические опечатки, это действительно так, прошу прощения. По поводу, достаточно ли вложенные под задачи алгоритма 2 добиться выполнения всего 8. Замечание согласен, по сути достаточно, но фактически эта адаптивность ничего не дает. На практике большого смысла это не имеет, и это были такие результаты, которые были получены в промежутке. Вот. Возможно ли оценка в таблице 2 верны с точностью доложения на квадратный квадрат? Да, все верно. В теореме 8 на странице 54 желательно объяснить значение эпсилон с волной. Это требуемая точность для выполнения критерия станова. Что означает n с волной в теореме 7? Это переобозначение числа итераций ума. И формулировка теоремы 9 во автореферате содержит немало отпечатки неясных моментов. Трудно понять их смысл, опираясь только на тех диссертациях. Согласен, если немного подробнее, то можно переписать f от x k минус f от x со звездой, меньше или равно дельта в квадрате на 2 lk плюс 3 r со звездой дельта плюс или r квадрат на k квадрат, это и есть эпсилон, которое мы переобозначаем как k равное корень из r квадрат, деленное на эпсилон. Если мы продифференцируем эту функцию и подставим туда, то мы получим, что выражение должно быть меньше или равно 2r дельта с волной. Вот. И можно описать математический смысл. Тут, возможно, немного непонятно. Но, в общем, это три слагаемых. Вот. И, собственно, сама теорема говорит о том, что нужно уметь рано останавливаться. Ну, то есть этот критерий останова в промежутке, где вот выделен красными скобочками. То есть мы делаем остановку тут. То есть либо если когда у нас k большая становится, то у нас превалирует одно слагаемое, когда у нас k слишком мало, превалирует другое. И вот мы выбираем такой промежуток, где у нас метод как раз таки останавливаем, чтобы не расходовать лишние операции. Ну, все. Спасибо. Смеется заключение в апробации Московский физико-технический институт. Также описано описаны цели и задачи, описаны основные результаты, новизна практическая значимость, отмечена опубликованность автора, его участие во всероссийских международных конференциях, и делается вывод, что диссертация рекомендована значительно соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.2 математическое моделирование численных методов и комплексы программ. Апробация диссертации проведена на заседании кафедры системы анализа решений
принято протоколом номер 5 2 сентября 2022 года, подписано Шанелем Александром Алексеевичем, академиком РАН, заведующим кафедрой. Анализ системы решения утверждено проектором по научной работе Богданом Витальевичем Анатольевичем. Других отзывов на диссертацию и на реферат диссертационный совет не поступало. Так, замечательно, спасибо большое. У членов совета, возможно, возникли какие-нибудь дополнительные вопросы к диссертанту по существу работы. Я подожду несколько секунд, если будут вопросы. Ну, похоже, что их нету, поэтому мы предоставляем слово научному руководителю. Что мы познакомились с Владиславом относительно недавно, ну, во всяком случае, не как с Юрой Дорном. Вот. И, в общем-то, я взял уже фактически аспиранта. Владислав был уже в аспирантуре. И вот первое, что хотел отметить, что за три года, насколько я понимаю, он смог поменять ту тему, которая у него была, и успел вот подготовить к окончанию срока своей аспирантуры диссертацию. Это, в общем, по-моему, достаточно ярко характеризует его как такого собранного человека, но, в общем-то, это, наверное, не главная характеристика, то есть то, что он может мобилизоваться и что-то сделать, это и так понятно. Вот я бы хотел отметить, на мой взгляд, выдающиеся способности Владислава, связанные с, в общем, такой организацией околонаучных различных вещей. Вот я думаю, многие из тех, кто здесь присутствует, сталкивались с этой активностью. Ту пользу, которую Владислав приносил, приносит и, надеюсь, будет приносить, она очень сложно как-то ее оценить. То есть мне кажется, что как вот какая-то личная характеристика Владислава, ну, он замечательный человек, очень, как сказать, ну, в том смысле кайфующий от того, что приносит пользу другим. Это, по-моему, замечательное качество. Таких людей мало, к сожалению. Но мне кажется, что Владислав вот, ну и, так сказать, есть такие люди, к счастью. Вот Владислав один из них. И мне очень приятно, что вот мне довелось в свое время с ним познакомиться. В общем, я считаю, что в своем деле он, в общем, высочайший профессионал. То есть вот всегда приятно видеть, когда человек в своем деле достигает какого-то высоты мастерства. Вот я считаю, что в деле вот организации различных вот, так скажем, что-то, что связано с наукой, но так вот, так сказать, именно организационные вопросы. Вот, по-моему, Владислав здесь, ну, абсолютно топовый, абсолютно такой, ну, так сказать, выдающийся, на мой взгляд, специалист. И я надеюсь, что еще долгие-долгие годы будет приносить пользу себе и всем, вот, работая на этом поприще. Владислав, спасибо, что так вот здорово работали. Вот, спасибо большое. Вам только очень теплые, хорошие чувства. Все, я закончил. Ага, спасибо большое, Александр. Теперь мы можем перейти к общей дискуссии, то есть, ну, каждый желающий из присутствующих здесь или дистанционно, не только членов совета, просто всех, кто тут имеется, может высказаться о диссертации или о диссертанте. Вот. Ну, я тоже подожду. Кто-то, может быть, хочет что-нибудь сказать. Давайте я скажу. Ага. Когда я познакомился с Мироновым Виктором Николаевичем, я думаю, как здорово все организовано, какой менеджер, как он все быстро делает. А потом спустя где-то год я встретился с Владиславом. Но здесь я вообще просто онемел. Как так? Все мгновенно, там какой-то грант, он все, он делает мгновенно. Я вначале подумал, может быть, он специалист по расписанию. Нет, оказался в другой области, но у него это от природы. Спасибо ему большое. Так, Борис Исаакович, спасибо. Может, кто-нибудь еще что-нибудь хочет сказать? Можно я скажу? Ага. Вчера Борис Владимирович, я бы хотел, на самом деле, поблагодарить Владислава и отметить не только его организаторские способности, но и, на самом деле, и научные способности. То есть он не только за эти прошедшие три года подготовил диссертацию, но и активно участвует в наших проектах. В частности, в проектах банка ВТБ, помогая разрабатывать Solver с проектом в проекте Huawei, также занимаясь там решением некоторых задач по оптимизации. И, в общем-то, работает в этом плане достаточно успешно. И диссертация, на мой взгляд, я это вот взгляд отмечал, тоже выполнен на достаточно хорошем уровне и вполне себе полагаю, что Владислав заслуживает присвоения ученой степени. Спасибо. Так, Алексей, спасибо. Еще кто-нибудь хочет? Нет? Ну, кажется,
поток из церкви, да? Ну, ладно, я, в общем, тоже присоединюсь, на самом деле, к всеобщему хору. Я тоже считаю, что Владислав, конечно, выдающийся организатор, но и диссертацию написал достойную, так что я всячески поддерживаю. Так, а теперь вам последнее слово защитного. Да, уважаемые коллеги, спасибо вам большое, что заслушали меня. Спасибо за добрые слова и очень рад, что я с вами всеми знаком в какой-то мере. Вот, очень приятно работать со всеми вами. Отдельная благодарность Андрею Михайловичу, как директору школы, научному руководителю Гасенко Александру Владимировичу и всем коллегам, которые присутствуют здесь. Спасибо. Хорошо, тогда, значит, мы перейдем сейчас к голосовательной части. Это означает, что все, кто не имеет отношения к совету, сейчас должны будут покинуть время на помещение. Мы вас позовем, когда завершим голосование. Так, ну, состоялось голосование, результат... А, где у меня? Микрофон, господи. Состоялось голосование, результаты которого я озвучиваю. А, у нас было общее количество бюллетеней 5 штук, розданы 5, в том числе бюллетени удаленного участника заседания 1, и роздано 0. За проголосовали 5, против 0, воздержались 0, действительно бюллетеней 0. Давайте сейчас утвердим простым голосованием, то есть поднятием руки, в том числе на камеру, этот результат. Спасибо. Вот, давайте поздравим. Поздравляем. И Константин Юрьевич скажет о проекте заключения. Проект заключения вот, очень участникам был розыгран и всем направлен на почту. Если возникнут замечания, просьба ответным письмом мне направить. А давайте его сейчас примем за основу, тоже простым голосованием. Спасибо. Поправки там есть. Да, вот я говорю, поправки мне ответным письмом, если они сложны, все и все. И мы с Андреем Михайловичем доработаем, после этого только опубликуем. Все, спасибо. Так, ну все, собственно говоря, всем спасибо. Заседание на этом можно считать завершенным. Спасибо. Владислав, про 6 часов вы сказали? А, да. Я вроде писал 6 часов. 6 часов не пойдет? Все, что за книжку?